Мариупольцы находятся на втором месте в Украине после Киева по уровню средней заработной платы. Об этом на пресс-конференции заявил мэр города. По его словам, достичь этого удалось благодаря высоким зарплатам на металлургических комбинатах, а также благодаря бюджетникам. Сегодня ключевые профессии в коммунальной сфере 8 тысяч гривен. Я ключевые. Конечно, сегодня, чтобы вы понимали, в Зеленстрое уборщик простой зеленых насаждений получает 5 тысяч гривен. То есть мне было важно развить коммунальные предприятия, создать на этих коммунальных предприятиях условия, повысить заработную плату, внедрить систему премирования. Так у нас сегодня привязаны водители автобусов, троллейбусов. У нас сегодня так привязаны в том числе Зеленстрой, Автодор и так далее. Они четко понимают свой производственный план и понимают, что нужно сделать для того, чтобы получить, к примеру, премию 70%. Отметим, многие экономисты называют показатель средней заработной платы несправедливым, поскольку это среднее значение между самыми богатыми и самыми бедными, и по нему нельзя судить о реальном благосостоянии в стране. Металлурги дают чуть выше зарплату, чем у нас. Они дают среднюю зарплату по основной группе профессий где-то 16-17, а иногда и 20 тысяч. И плюс мы коммунальными подперли. И это дало существенный скачок к росту средней зарплаты в городе Мариуполе. Далее мэр пообещал бороться с теневыми зарплатами в других отраслях города и таким образом увеличить поступление в бюджет от подоходного налога. Находится, к сожалению, в тени. Вот я хочу, чтобы если мы выведем из тени вот те 130 тысяч, которые сегодня мы не видим, не понимаем, где они работают, это даст еще нам новый уровень развития средней заработной платы.